29, Лимита. Приехали из Пятигорска в Москву в 1977 году. В чемодане у них было 160 рублей на двоих и банка кизилового варенья. Они были похожи на тысячи таких же ребят, приехавших со всех концов страны в Москву в поисках удачи. Люди узнавали их в толпе, обходили стороной и шептали друг другу: «Лимита понаехала». Владимир Машков, Евгений Миронов, Кристина Арбакайте. Композитор Эдуард Артемий. Звук: Франсис Бальдос, Филипп Песлер, Доминик Дельмассо. Монтаж: Изабель Дедье. Режиссер: Тамара Владимирцева, директор картины: Эрик Вайсберг. Исполнительные продюсеры: Андрей Широков, Эрик Дионисиус. Художники-постановщики: Павел Коплевич, Николай Майоров. Оператор-постановщик Сергей Козлов. Авторы сценария: Ираклий Кверикадзе, Петр Луцик, Алексей Саморядов. Продюсер Сергей Мажаров. Фильм Дениса Евстигнеева. Что-нибудь передать? Скажи им, что чисты, как ангел. Ha!
Ты слышал о дискетке, которую пустили гулять? Да. Там какая-то хреновина про нас. Надо что-то сделать. Слышал, Коль в штрафе ладно. Только это не она. Кстати, твой Гриш, Суслик, мне 7000 должен. Гришу не видели? Нет. Гришу видел? Да что, не знаю, Гришу убили, короче. Я сюда сяду. Ну что, у тебя сыпется, а у меня не сыпется. А ты смотри, ты вот так делай. Понял? Миша, бесполезно. Поехали, что купил, покажи.
Ерунда. Схема выигрыша нужна. Дело не в жести. Все это купил, а? Купил. Радуюсь, бегаю по этим камням, как козел. Не могу остановиться. Вверх-вниз. Красиво. Ну смотри, красиво же. Сейчас все покупают. Антипов купил самолет, хочет купить еще один. Свою авиакомпанию открывает. Антипов Airlines. Но самолеты же летают. А это-то зачем? Что ты будешь с этим делать? Ну не знаю. Ладно, купил и все. Что-нибудь придумаю. Водный стадион имени Ворошилова. Теперь он мой. Сделаю клуб. Музыка будет играть. Каменная пирамида. Внутри 2000 человек. Иван! Иван! Это они. Вот смотри, ты можешь иметь столько же, даже больше. Давай работу вместе, Мишка. Я тебя не понимаю. Смотри, 3 дня работы, я их даже не считаю. Складываю в коробки или покупаю всякую дрянь. Клиенты есть в России, в Германии, в Америке, в Японии. Миша, весь мир хочет входить в чужие программы. Ты же гений, что ты спишь в своем банке? Я даю тебе задаток, тут 10 тысяч долларов. Нет. Ты своей Соне отдай, пусть она себе хоть пальто новое купит. Соня ушла. Правильно сделала. Набери. Нет. Ну и дурак. Может быть. Боишься? Нет, Вань. Миша, вспомни, что мы вдворялись с теми компьютерами. А теперь у меня самая последняя техника. Представляешь, какие дела мы можем делать вместе? Очнись, 1993 год. Гюго читал? При чем здесь Гюго? Да ни при чем. Злое. Ты чего, мужик, не спишь? А дрянь не выпьешь? Слушай, а давай водки хорошей выпьем. Хорошей водки, а? Ты, я вижу, мужик богатый. Давай абсолюту возьмем. Бутылок 6. Обухаемся по-черному в дым, так, чтоб помер кто-нибудь, а? Ну, давай. Чего жмешься, угости нас? Я сбегаю. Выпьем по рюмочке, и все сбудется. Хороший мужик, хороший.
Эй! Смотри. Что у тебя там? Скажи. Ну, покажи. Ничего тебе надо. Отдай. Ну. Отдай. Здравствуйте, вы Иван. Можно к вам? Я рекомендовал вас как очень хорошего специалиста. Нужно расшифровать один материал. Выпить хотите? Нет, спасибо. Вот моей жене. Я бы выпила воды. Я обращался к разным специалистам. Они не смогли ее открыть, а работы срочные. Я вижу, у вас прекрасное оборудование. Как вы думаете, сколько времени это займет? Не знаю, может быть, час, может быть, неделю, как повезет. Я думаю, вам повезет. Муся, сколько 16 тысяч по 1210? 1 360 000. Здесь 7 тысяч, остальные 63 получите сразу, как только ее откроете. Я открою. Это очень срочная работа. Удачи вам. Я сказала мужу, что поехала в парикмахерскую. Можно еще воды?
Вы молодец. А почему вы, а не ты? Вы так лучше. Где Мишелов? Здорово, Волох. Порошилов. Ой, ты откуда здесь взялся? Да вот на работу наниматься пришел. Возьмешь помощника? Ой, не надо, не скромничай. Да. Небось, опять какую-нибудь дрянь купил? Здорово. Здравствуйте. Звучки ты. Ну? Девчонок, затаскиваешь сюда? А как же. Вань, я же здесь начальник. Вся электроника, это я. В принципе, весь банк на мне. Чего ты? Я, между прочим, уже $100 в месяц получаю, понял? Откуда у тебя это? Это же моя программа. Скажи мне, Кот. Мы все равно взломаем. Жалко только время терять. Я не могу. Ты что, это же... Моя программа, там банковские шифры. Миша, я тебе предложил работать вместе. Ты отказался. Тебе здесь хорошо. Знаешь, сколько я таких программ взломал? Один заказчик за твоего солдата дает 20 тысяч. Говори, Коту, половина твоя. Давай, Миша, я же все равно взломаю. Я не могу. Ну ты ж, Вань, ты не понимаешь, что ли? Это же моя работа. Я сам это закрывал. Ну кто узнает? Ну кто это тебе, эти люди? Родные, что ли? Ну ведь наверняка бандит на бандите. Давай, Миша, 10 тысяч твои. Ты это все равно взломай. Не взломаешь. У меня такая штука там получилась, я сам не ожидал. Взломай. Человек закрыл, значит, человек откроет. Через 3 дня взломай и открою. Ну, не через 3, так через 5. Через неделю. Время только жалко терять. Нет. Ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Не выйдет. Не пробуй даже. Ладно. Не хочешь помочь, не надо. Думаю, вместе заработаем. Скажи мне, пожалуйста, тебя как зовут? Галина. Скажи мне, Галина, ты не знаешь девушку? Она уже взрослая, и у нее такие же волосы, как у тебя. Я ее ищу. Она очень красивая. Очень красивая. И такие же волосы, как у тебя. Я эту девушку знаю, ее Катя зовут. Она вот в этом доме живет, во втором подъезде, второй этаж направо. Она здесь самая красивая. Thank you.
Аргур аджина, калакаду демона, мантру гайдам маймун, очайту маймун, отайту хайвон, рударгур подарналат. Засунь эти ключи себе в жопу. 31, 32, 33. Человек за один месяц. Да, ребята сыпятся как домино. Эта дискетка начинает действовать на нервы. Надо ее срочно найти. 15 тысяч для начала. Девку в саду трахнул. Тебя звать как-то необычно, напомни. Элеонора. Какая ли Элеонора? Можно Нора. Надень перчатку. Поехали. Поехали.
знаешь, это бред, я даже лица ее не помню. Помню только запах и рыжие волосы. И вот эту перчатку я подобрал ее. Ночью. Иван. Что? Ты что, дурак? Или из средних веков? Зачем мне машину позвать? А свою рожу рассказывать? Я этим не интересуюсь. Здорово. Ну что, сломал? Сломал. Есть что-нибудь про меня? Не читал. А если завалиться с тобой? Скопилось что ли? Нет. Офис жечь будем. Меня банк подставил. А я его подставлю. Возьму страховку. Я на месте какую-нибудь дыру. Всех баб. И молодых, и старых. Всех, пока не ослаблю. Поедешь со мной? Ладно, стул понят. Это мой стул. Назад. Это должно быть красиво. Пожар так пожар. Еще пару трупов для правдоподобия. Знаешь, про меня ничего? Я не смотрю. Ивану 20 тысяч. Я сегодня добрый. У меня сегодня пожар. Женева. Бонжур, сава. Комбиен эль федоля. Я контролиен. Минуту. Très bien. On va sortir le dollar et contrôler le yen. On va passer sortant le dollar et le yen. La limite elle est 105.8. Bon, salut. Алло. Дайте мне день отсрочки. У меня офис сгорел. Нет, физически. Ярким пламенем. Вот стою тут на пепелище и плачу. Компьютер тоже сжигаешь? Тоже. Дай разобьете. Браток, дай-ка ловим. Я! Ну что, поехали? Нет, не поехали. Почему? Так нельзя. А как можно? Я отвезу ее туда, откуда взял. Вези. Лед! Я даже на первый урок заболею. Окей? Привет. Здравствуйте. Как поживаешь? Хорошо, а вы кто? Ты меня не знаешь? Нет. Да вы проходите. Идемте в комнату.
Мы 2 дня назад познакомились. Ночью. Извините меня, а мы на улице познакомились или у Нины? Ночью в беседке. Парень на гитаре играл. Да. По-моему, кто-то играл. Вы извините меня, ради бога. Я... Ну, не знаю, со мной действительно такого никогда не было. Я была у подруги на дне рождения. И там попробовали, ну, честное слово, из любопытства. Там кто-то принес, мы покурили наркотик какой-то. Я прям сразу отрубилась. Я даже не помню, когда мы пришла. Как так получилось? А что там было? Мы познакомились или что? Я упала? Я что, врала что-нибудь? Да нет, вроде не врала ничего. Да, это хорошо. На гитаре, я помню, кто-то играл. У тебя Катя зовут? Да, Катя. А вас? Да вы встаньте с пола, идите сюда садиться. Так как вас зовут? Иван. Очень приятно. А ты, Катя, учишься, работаешь? Я училась, сейчас работаю. На кого училась? В станке тяжелого машиностроения. Тяжелого машиностроения. Ну, сейчас я в метро журнал продаю. А мы, значит, познакомились в беседке. Я что-то говорила? Я что-то делала? Слушай, если ты правда ничего не помнишь, я тебе ничего говорить не буду. Давай говорить так, как будто мы только что познакомились, хорошо? Нет, вы уж лучше скажите, что я буду как дура. Да что там было? Ну, мы обнимались, мы целовались. Что дальше? Ты правда ничего не помнишь? Ну что, я пошла к вам домой? Нет, все было прямо на улице, в беседке. Thank you.
Надо водку выпить. На реке было холодно. Правда, мне ж ведь плохо будет. Теперь тебе плохо не будет. Сейчас мы уберемся из утопленника. А вы знаете, почему этот ресторан называется утопленник? Один хороший человек напился до чертиков и пошел к реке. Вошел в реку по колено, по пояс, потом по шею. А потом одна шляпа осталась на реке. Утопленник. А я вот пароход себе купил трехпалубный. Вставай, Иван, сейчас растопим котел, дадим гудок и поплывем. А? У нас бал сегодня. Так, разливаем и идем путешествовать по этажам. Где моя девочка спит? Надо бы ее разбудить. Ничего нет, цвета нет, бокалов нет. Почему нет, не знаю, но нет. Через 2-3 месяца начнем путешествие. Назову его назло всем челюскинцам и нахимовцам, баба Оля. Она меня на свою пенсию вырастила. Нора! Ой, здравствуйте, я спала, не слышала. Сереж, ты взял что-нибудь по алгебре? Куда? А, видишь? С пункта А в пункт Б 4 велосипедиста доехали за 3 часа. Уроки с ним. Слушай, а ты кто? Я грабитель. Грабить? Я граблю банки. Правда говоришь? Да. Вот здорово. Я грабителя банка только в кино видела. С пистолетами. Маски из чулка. Женскому. Врываются в банк и кричат: всем лечь на пол лицом вниз. Ты тоже так же? Не, я без чулка. А тебя разыскивают? Ты скрываешься? Мне так интересно. Правда? Мне так интересно. Слушай, а давай грабить вместе, а? Ну чего ты смеешься? У меня жизнь, знаешь, какая скучная. Скажи, зачем я тебе нужна? Иван, я пойду. Давай, давай.
ты красавица елкина, поведем с вами новогоднюю работу. Надя, короче, вот еще тебе. Но. Снимай, да? Все это. Снимай. А? Иди это. А? Нет, Надя, короче, вот и все. Все. Зарезать меня пришел. Фаня, это дурак. Я к тебе в гости пришел. Кусишь? Вот я водки купил. Давай выпьем. Иван, за тебя. Я всегда уважал тебя и любил за бешеный ясы твою. Собака ты как. Я тебе ничего говорить не буду. Делай, ты сам считаешь нужным. Только ты все равно не откроешь. Ой. Ой, как бабами пахнет. Вот прям здесь где-то пахнет. Да нет никого. Да были. Прям вся квартира бабами пахнет. За тебя, Мишка. Ну, покажи машинку-то свою. Я посмотреть хочу. Все интересно? Ну, пойдем покажу. Через 3 дня. А это что? Это главное. Этот компьютер ловит тебя. Следит за каждым твоим движением. Наблюдает, анализирует. Он как снайпер в засаде. А это программа, которую я придумал. Она как хищная крыса. Как 1000 хищных крыс. Они грызут твою защиту со всех сторон. Те, которые погибают, порождают новых. И так до бесконечности. Нет спасения. Через 3 дня, Мишка, они сожрут твоего солдата. Ну ты гад. Тебя убьют, наверное. Давай напьемся, а? По-настоящему, вот как раньше. Ну, не здесь, не в этой вот комнате, а я не знаю, в кустах, на вокзале, с милицейской дракой. Ну, помнишь? Отвлеки эту кружку. Угу.
Как сексуальная жизнь? Как? Плохо. А что такое? Да не знаю, все какие-то флюпики попадаются. 5 минут подрыгается и спать. Мне бы такого, как ты, чтоб до обморока. Я не могу. Которую в милицию забрали, когда мы патиссоны воровали. Ликвидевская. Как? Ликвидевская, она сейчас вагон. Где? Вагон. Я трахал ее в кабинете физики. Она лежала на парте, у нее ноги длинные. Она ногами в потолок удалялась. Не знаю. Откуда? Да. Помогай. Держи. Молодец. Давай. Держи. Держи. Давай. Давай. Держи. Я же был влюблен в нее немножко. Я же сонет ей писал. Увы, в моих глазах через окно твое увидеть сердце не дано. Я уже Шекспира списывал. А ты, она мне рассказала, как ты ее трахаешь. Вот. А сказать тебе правду? Давай. Однажды я залез в шкаф. Я вас ждал. Я всю ночь присидел. И у меня был пистолет. Я хотел убить тебя. Ее убить и себя убить. Ты что, серьезно? А ты как? Я же любил ее. Как я ее любил, эту трехметровую клячу с лицом ангела. Да, с лицом ангела. Как же я фамилию-то ее забыл? Ты что, мы пришли в ту ночь? Не. Ну, в общем-то, да. И что? Она лежала на парте, ногами в потолок упиралась. И ты хотел меня убить, да? Ой, я тебя очень люблю. Ну ты же шакал. Тебе же стрелять надо. Ну, мы с тобой украли банку, ведь ты со мной. Я тебя опять люблю. В каком году мы последний раз это делали? В 80-м. Да. Знаешь, у меня... Я с мамой Пятигорской. Глупой Соней и ты шакал. Все, у меня больше нет никого, правда. Нет, еще есть. Женщина, Кира. Она сейчас не в счет. Доллары мне абсолютно не волнуют. Ваня, хочешь, я буду лежать с тобой в компьютерку детских банков. Не трогай моего солдата, я прошу тебя. Ты знаешь, я видел сегодня человека, и он продавал перегоревшие лампочки. Я спросил его, я говорю, покупают? Нет, покупают. Ничего не осталось, Вань, не все улетело. Бери мои мозги. Yes!
Доброе утро. Подпить не хотите? Все, я не могу открыть ее. Это не в моих силах. Я дам вам 30 тысяч за дату. Ну, дело не в деньгах. Просто это невозможно открыть. Этого никто не откроет. Извините, что не могу вам помочь. Что-нибудь придумали? Спасибо, хоть попробовали. А деньги ваши задаты? Оставьте себе, вы же работали. Доброе утро. У нас сегодня праздник. Какой? Новоселье. Садись, попробуй. Можно? Можно, можно. У нас все можно. Ну что, тебе нравится? Нравится. Ну, первое лучше было. Раз потащили. Шестой.
Второй раз одно и то же делаю. А метр пленки $2 стоит. Я приложу испарение. Стоп! Вот спрашивается, зачем? 17 метров проход. Теперь умножь 17 на 2, потом еще на 6, получится $214. 204. Правильно. Зачем я купил эту киностудию? Сколько только мороз. Я в этом ничего не понимаю. Должен читать какие-то идиотские сценарии. Ничего там не понятно. Вот когда я читал Муму Тургенева, я там все понял. Ты понимаешь, вот с первого до последнего слова я все там понял. А это что? Это я не понимаю ужас убийцы. Я не понимаю, что это. Идиотизм. Вот ворона прилетала 3 дня назад. Вот смотри, с крыши на крышу прилетала. Да, меня спросить, единственное место живое было вот с этой вороной. А вот эти вот все артисты, режиссеры, и камера, шнамера, все фанерное, все мура. А вот ворона... Невозможно. Кстати, слушай, а купил мне эту киностудию, а? Серьезно тебе говорю, за полцены отдам. А что? Ворошилов фильм «Пикчер Сентер». Вот сюда, сюда направо! Направо иди, блядь! Иди вот туда, я тебя звал! Ами, ты что? Вчера в Москве-реке рядом с рестораном «Черные трибуны», помнишь? Буду строить там ночной клуб VIP. Ворошилов Иван Павлович. Друзья в шутку назвали, теперь только так его и зовут. Сейчас пока только буквы, а потом каменная пирамида и внутри 2000 человек. Здорово, да? Иван, ты что, думаешь, я проститутка? А кто? Катя, познакомься. Михаил Волох, мой лучший друг. Победитель компьютерной олимпиады 85-го года. Всегда можешь найти его в застрявших лицах. Дай шампанского выпить. 3 часа сижу здесь. Пошел за пивом и застрял. Так. Давай. Давай, давай, давай. Ваня! Держите все руками, не трогайте! Как звать вас, девушка? Катя. Миша, это честь рядом с вами. Очень подозрительный. Будьте поосторожнее. Ну вот, косяк. Выйдешь из лифта, я тебя в твоем же доме. Катарку бачу. Давай, давай, давай. Я сейчас. Ребят, я вас очень люблю. В этом доме мне всегда было очень хорошо. Миша, а ты помнишь, как твоя мама привозила нам из Пятигорска Кизиловое варенье? Помнишь, да? Катя, вот при свидетеле Миши Волохе делаю тебе официальное предложение.
Ты можешь сказать да, можешь сказать нет. Скажи нет, скажи нет. Подожди, посмотри на меня внимательно. Я очки сейчас сниму. Подожди. Такие глаза такие. Подожди, ну я серьезно. А я как? Мне сегодня первый раз так хорошо. Я предлагаю накупить водки, много еды, и устроить пир. Вот ты, я и Катя. Все, поехали. Thank you.
все были в этой дискете. И ты, лимит сраный. Yeah.